Съемки Олегмана. Дубль первый. А у нас есть больше. Давай. Ой, солнышко. Вот ты открыла. И помедленнее, вот не вини так. Ты на зоне. Мой золотой. Сейчас тебя поправим, солнышко. Давай орать. Орать? Дальше, может, ты сыграешь? Нет, ты блин! Так, погнали. Блин, у меня не получается одинаковый... Еще раз. Блин, у меня не получается одинаковые стрелки. Олег, мы... Актеры ТикТока. Шоси. Режиссер, оператор. Да какая разница, но для меня подсказочно кому задолбала, слушай. Ты прям повернулась в его сторону и такая. А я должен был выучить вопрос, я просто больше не помню. Че это? Почему? Он мне факи показал. А, это? Я вообще не понял, что происходит. Факи от продюсера, это просто песца. Положу их в копилочку факов своих, так выставлю на полочку, от кого я факи получал в этой жизни. Да, у меня дома полочка, там факи разной величины, разных размеров. Я вот твой плащ берегу, видишь, видишь? Правильно, эти ноги торгуют, его давай. Так и запишем ее телефон. На самом деле, за меня решила это судьба. Когда моя мать была беременна мной, она отправилась к гадалке в Тибет. Та посмотрела на нее, приложила руку к животу и сказала: «Какой ты дурачок». Даш, мы к тебе на район пришли. Ну шо, ребята? Семки взяли? Надо играть, поддержка. Играйте, играйте. Ты на каком уровне? А ну-ка рассказывай. Кристина, Саша, разделяйтесь, на вас был акцент. Ты со своим телефоном. Нет, своего с руками идешь вот так. Вот так это сделай. Тебе его нарисовать. Да. Зомби, обыкай! Смысл, да?